В ролях Карен Мартинес, Рафаэль Новоа, Анна-Мария Трухильо, Орландо Фундичелли, Анна-Мария Лаверде, Алехандро Лопес, Майте Вилан, Сально Базили и другие. Mi amor de fuego, de pasiones ardientes, ciudad y miedo. Авторы сценария Адриано Барретто и Хуан Андрес Гранадос. Авторы сюжета Саламанка и Гарсия. Оператор Герман Плата. Композитор Освальдо Монтес. Режиссер Серхио Осорио. Продюсер Асиер Агилар. София, дай мне время. Добрый день. Здравствуй. Ты понимаешь, о чем ты меня просишь, Григорио? Да. Я прошу рассказать о прошлом, которое может изменить наши жизни. Теперь? А ты думал о том, что будет с нами, если мы узнаем, что наша жизнь была обманом и что страдали мы напрасно? Неужели ты хочешь и дальше жить во лжи и позволишь страдать невинным людям, вместо того, чтобы наказать виновного? Нет, подожди. Виновный уже понес наказание. То есть ты до сих пор считаешь, что я убил твоего мужа? Я считаю, что правосудие свершилось. Все решено. Нет, не решено. Помоги мне. Помоги лейтенанту Пинсону. Скажи правду. Я не прошу ничего невозможного. Ты просишь меня пойти против Сальваторе. Я этого не сделаю. Я прошу тебя встать на сторону правосудия. Ты всегда была разумной женщиной. Посмотри. Посмотри, как ты изменился, Григорио. Теперь выходит, что ты выступаешь за правосудие. Но совсем недавно, когда ты думал, что мой сын Сантьяго убил твоего сына Камилу, ты плевать хотел на закон. Я всегда поступал этично и благородно. Если я совершил ошибку, то это другое дело. Но я всю жизнь стремился к справедливости. Чего ты добиваешься, Григорио? Чего ты от всего этого ждешь? Я прошу от жизни справедливости. Пусть даже это будет слишком поздно. Я хочу, чтобы судьба вернула мне то, что забрала у меня. Пойми, я единственная жертва этой глупой игры. Все меня обманывали. Рауль, Сальваторе. Значит, по-твоему, и я тебя обманывала? Да. Ты скрыла от меня самое главное. Правду о нашем сыне. Подожди минутку. Ты ошибаешься, Григорио Манрике? Если я не сказала о своем сыне, то только чтобы защитить его. Меня с тобой ничего не связывало. Я и не думала тебя обманывать. Я молчала, чтобы защитить его и себя. Ты всегда пренебрегала моими чувствами. Я всегда был для тебя на последнем месте. Главным для тебя был Рауль и воспоминания о нем. Потом Сальваторе, а потом... Потом только боль и раскаяние. Нет, Адела, мне нужна правда. Я должен узнать о прошлом. О прошлом, которое вернет в моей жизни все на свои места. Хочешь что-нибудь выпить? Нет, нет, спасибо. Присаживайся. Как поживаешь? Хорошо. Очень хорошо. А как ребенок? Хорошо, спасибо. София, я рад, что ты пришла. Я не знаю, по какой причине ты это сделала. Все равно я очень рад, что ты наконец решила прийти ко мне в офис и поговорить. Это не визит вежливости. Я пришла попросить вас об одолжении. София, когда-то я предлагал тебе свою безграничную помощь. Я обещал помочь, что бы тебе ни понадобилось. Хочу сказать, что предложение еще в силе. Большое спасибо. Итак, о чем речь? Тебе нужны деньги? Работа? Вообще-то, помощь нужна не мне, а Тонио Ривасу. Известно ли вам, что он открыл дело по производству пробок для бутылок? Я слышал об этом. У него проблемы.
Ему нужны запасные детали для оборудования. Я подумала, может, вы поможете найти их. Что это за детали? Я точно не знаю. Как же я тогда могу помочь? Сначала я хотела узнать, могу ли я на вас рассчитывать. Знаешь, Тонио? Братишка, у меня ощущение, будто мы вернулись в школьные годы. А я чувствую себя преступником. Помоги мне. Тонио, ты что, супа наелся? Будем молиться, чтобы нас никто не увидел. Если нас заметят, знаешь, где мы окажемся? Прямо в тюрьме. Нас точно посадят, братец, как пить дать. Не могу поверить, что мы это делаем, Тео. До чего мы дошли? Но, как говорится, нужда – мать всех грехов. По-моему, это странно. Они до сих пор не починили забор. Нам же лучше. Как бы мы тогда пролезли внутрь? Помоги мне. Как я тебе помогу? Смотри в оба, чтобы никто нас не увидел. Вот так. Тони, помоги мне, держи меня. Вот так. Ладно. Теперь сделаем то, зачем пришли. Поговорим с Гарсией. Намного легче 10 раз перелезть через забор, чем уговорить этого мерзавца Гарсию помочь нам. Тео, не будь таким пессимистом. Все будет хорошо, вот увидишь. Хорошо. Идем. Господи, пошли. Итак, София, начнем с самого начала. Что ты знаешь о компании Тонио? Честно говоря, немного. Только что у него цех по производству пробок для бутылок. Полагаю, это небольшой цех. Не знаю. И должно быть, у них уже есть клиенты. Думаю, да. И сколько человек на него работают? То есть, у него есть опытные рабочие? По правде сказать, не знаю. Я только от всего сердца хочу помочь Тонио. Вы можете ему помочь или нет? София, я задам тебе вопрос и хочу получить на него откровенный ответ. Почему я должен помогать Тонио? Ведь он практически открыл конкурирующую мне фирму. Во-первых, потому что Тонио несправедливо уволили с завода, а во-вторых, потому что он особенный человек. Он замечательно относится ко мне и моему сыну, и так я смогу его отблагодарить. Он знает, что ты здесь? Конечно, нет. Знаешь, София, мне кажется, это очень странным. Ведь раньше ты не хотела встречаться со мной, тем более разговаривать, а теперь ты вдруг изменила свое отношение. Простите, сеньор, я надеялась на вашу помощь. София, я не отказываюсь, просто я высказал свои мысли. Да, я помогу тебе, не волнуйся. Но я просто не знаю, как. Ты ничего конкретного мне не рассказала. Ты даже не знаешь, какая деталь ему нужна. Тогда я попрошу Тони позвонить вам лично, хорошо? Отличная мысль. Я скажу ему, чтобы он договорился с вами о встрече. Честное слово, Дон Сальваторе, я вам очень благодарна. София, прости, что говорю это. Я помогу тебе, но с одним условием. Если ты примешь приглашение на обед или ужин. Это обязательно. Да, я настаиваю. Тогда назовите время и место. Я тебе позвоню. Большое спасибо, Дон Сальваторе. Спасибо, что пришла. Интересные учебники. Господи, ты меня напугала. Валерия, что ты делаешь с этими книгами? Читаю. Не хочу выглядеть на заводе полной дурой. Не будь смешной. Нужных знаний ты в них не найдешь. Они приобретаются с опытом. Но я должна хоть что-то знать о статистике, бухгалтерии и о всяких таких вещах. Теория ничего не имеет общего с реальной жизнью, поверь мне. Возьми, к примеру, меня. И что? Валерия, что тебе нужно, так это каждый день ездить на завод и разговаривать с людьми, чтобы понять, что там происходит. Ты должна общаться с руководством как высшего, так и низшего звена. Сегодня я хотела это сделать. Но только я собралась ехать, как меня охватила паника, и я осталась дома.
Только не говори, что все дело в Николасе. Ты боишься, что он будет тебя допрашивать? Наоборот, Франческо. Я умираю от нетерпения увидеть его лицо, когда он узнает, что я скоро стану его боссом. И я тоже. И не только его лицо, но и лица остальных работников. Кстати, где ты была? На заводе. Как папа? Ты видела его? Да, и я очень беспокоюсь. Боюсь, наши опасения могут оправдаться. Я заметила, он выглядит как-то устало. Добрый день. Я еще не спросил тебя, как Сантьяго. Он на свободе. И это лучше, что может быть. Правда, теперь он столкнется с последствиями своих собственных ошибок. Ему еще многое придется понять в этой жизни. Трудно будет осознать, что человек, которого он считал своим отцом, ему не родной. Да. И вдобавок ко всему, София, его любимая девушка, не желает его видеть. У Сантьяго была связь с другой. А мы, женщины, не склонны прощать такие ошибки. А если прощаем, то спустя какое-то время. Нет, Аделла. Мужчинам тоже приходится тяжело. Поэтому я понимаю твоего сына и что он сейчас переживает. Аделла, как ты думаешь, Сантьяго когда-нибудь примет меня? Не знаю. Признаю, этот парень такой же гордый, как ты. Нет, это он в тебя пошел. От меня он унаследовал упрямство и умение совершать ошибки. С тех пор, как я здесь, я поняла, что мои дети мне больше не принадлежат. Они могут не признавать это, но они уже сами по себе. Аделла, ради бога. Дети — это богатство, которое дарит нам жизнь. Я потерял самое дорогое на свете. Камила была для меня всем, и я не знал, как удержать его. Понимаю тебя. То же самое происходит у меня. Хулиана хочет жить самостоятельно, но еще к этому не готова. А Сантьяго ни в чем не уверен. Но они рядом с тобой. Ты видишь их, разговариваешь с ними. А я... Камила мертв. Мануэль исчез. К тому же он ненавидит меня. От Сантьяго я не жду ничего, кроме ненависти и злости. А ты... ты искал Мануэля? Почему ты его не ищешь? Чем больше ищешь, тем больше он отдаляется, Аделла. Но я уверен, однажды этот мальчишка все поймет и вернется ко мне. Думаешь, ты сможешь загладить свою вину перед ним? Это было для него что-то вроде урока. Сейчас Мануэль этого не понимает. Но потом он будет благодарен мне за это. Вы вызывали меня? Капитан? Да, лейтенант. Полагаю, вы знакомы с сеньором Суаресом? Он является адвокатом сеньора Сальваторе Сабина. И он пришел, чтобы лично проследить за выполнением приказа Центрального управления. Приказ Центрального управления? Тебя давно уже предупреждали, Пинсон. С сегодняшнего дня ты отстранен от службы в полиции. Нет. Капитан, простите, вы не можете этого сделать. Ты совершил опрометчивый поступок, ворвавшись в офис сеньора Сабины. И за это придется расплачиваться. Капитан, но этой причины недостаточно для отстранения. Такие личности, как вы, лейтенант, совершенно не годятся для службы в полиции. Лейтенант Пинсон – большая обуза для правоохранительных органов, как вы и говорили минуту назад, капитан. Тот, кто не способен выполнять свои обязанности, вызывает много подозрений. Благодарю вас за ваше понимание и помощь. Хорошего дня, сеньор Суарес. Лейтенант. Простите, капитан. Должно быть, произошла ошибка. За это не отстраняют. Отстраняют, Пинсон, еще как. Твоя навязчивая идея тебя сгубила, и теперь не жалуйся, Пинсон. Ты прекрасно понимал, какие могут быть последствия, к чему может привести твое безответственное и совершенно безрассудное поведение. Безрассудное? Да, безрассудное, Пинсон. Так что иди в свой кабинет
и собирай вещи. Дома жди дальнейших указаний. Чего ты ждешь? Слушаюсь, капитан. Я же говорил тебе, Тони, мы чуть не попались. Хорошо, что этот охранник нас не заметил. Ничего не случилось. Идем. Нет, подожди. Чего ждать-то? Я продолжаю считать, что разговор с Гарсией ни к чему хорошему не приведет. Но выбора у нас нет. Или есть? Нет, но... Тонио, этот парень подлая крыса. Если он нам поможет, кто знает, что попросит взамен? Это мы и должны узнать. И знаешь, если он попросит денег, нам придется раскошелиться, братец. Я не собираюсь ударить лицом в грязь перед Кордоно Индастрис. Идем. Мы не так уж много теряем. Ладно. Надеюсь, что мы не влипнем в еще большие неприятности. Все будет хорошо. Идем. Что ты здесь делаешь, Николас? Пришел продолжить разговор о свадьбе? Хочешь отвезти меня к алтарю или что? Ты слишком плохо обо мне думаешь. Простите, я вас оставлю. Ты сам в этом виноват. Почему такое удивление? Ты абсолютно права, Валерия. Я вел себя непростительно, как дурак, как безмозглый дикарь. Что это такое? Твоя новая стратегия? Заставить меня понять, что ты мне очень нужен? Нет. Я здесь не для того, чтобы тебя переубеждать. Давить на тебя или обижать, что я и делал в последнее время. Я пришел сюда не за прощением, потому что я его не заслуживаю. Я только хочу, чтобы ты знала, как я сожалею о том, что сделал. Я хочу, чтобы ты выслушала меня. Не хочу, чтобы это звучало оправданием, но надежды, которые я построил на жизнь вместе с тобой, рухнули по моей вине. Потому что на меня навалились проблемы, Валерия. Потому что все пошло наперекосяк, и дела вышли из-под контроля. Какие проблемы, Николас? Твои женщины? Чрезмерные расходы? Гордость или твое высокомерие? Что больше всего на меня повлияло, Валерия, так это отношение с твоим отцом. На заводе я был под постоянным давлением. Я чувствовал, что твой отец больше не ценит меня как личность или как работника и не принимал во внимание мое мнение. У него были причины. Это началось давно, но я не хотел тебе ничего рассказывать в надежде, что все образуется. Но стало еще хуже. А главное, смерть отца окончательно меня добила, Валерия. Ты знаешь, как я сильно любил его, какие близкие отношения у нас были. А сейчас я чувствую себя очень одиноко. Я совсем один. Я потерял твое уважение, твою любовь. Мне кажется, что я теряю семью, потому что Сальваторе, Франческо и ты всегда были для меня семьей. А хуже всего то, что вокруг меня скопилось столько ненависти, что я не знаю, как от нее избавиться. Но не словами, поверь мне. Что бы ты ни говорил, ты меня не переубедишь, Николас. Я не пытаюсь переубедить тебя, Валерия. Я стараюсь показать, как сильно я сожалею. И как сильно я люблю тебя. Валерия, я хочу освободить Мануэля. Я хочу, чтобы решение выйти замуж исходило от тебя самой, без давления или шантажа. Ты говоришь несерьезно. Я никогда не был так серьезен, Валерия. Если ты хочешь выйти за меня замуж, пожалуйста, выходи. Если ты уверена, что хочешь провести остаток своей жизни рядом со мной, но я не собираюсь тебя привязывать к себе. Я не эгоист и не буду тебя шантажировать. Я хочу, чтобы у тебя была свобода любить
и выбирать человека, который реализует все твои мечты. Валерия, дорогая, если ты дашь мне еще один шанс, клянусь, ты сделаешь меня очень счастливым. Прошу, откройся мне. Открой свое сердце. И подумай о том, чтобы простить меня. Ничего страшного, дорогая. Анна, кто-нибудь звонил? Нет, сеньор, никто. Но Тео и Тонио ждут вас в кабинете. Что? Они пришли 10 минут назад и хотят поговорить. И ты их пустила? Какая ты глупая. Вызывай охрану, скорее. Сеньор, добрый день. Не ругайте ее, она не виновата. Мы практически вошли силой. Теперь понятно, Ривас. Никаких проблем. Сеньор, простите меня. Успокойся, все нормально. Отчет на сегодня готов? Да, вот он. Черт. Даже не знаю, что и думать, Николас. Ты был монстром, моим заклятым врагом. А теперь ты вдруг изменился. Неужели ты говоришь искренне? Я говорю от всего сердца, Валерия. Я никогда так перед тобой не открывался. Почему ты не сделал это раньше? Почему ждал, пока не дошло до таких крайностей? Просто потому что есть люди, которым нужно дойти до края обрыва, чтобы понять, что они потеряли. А я не только встал на край пропасти, но и упал на самое дно. Сейчас я только хочу подняться на поверхность и вернуть время, которое мы с тобой потеряли. Николас, сейчас я не могу дать тебе ответ. Мне нужно убедиться в искренности твоих слов. Давай пойдем к Мануэлю, и ты в моем присутствии отпустишь его. Конечно, пойдем. Сеньор, мы вспомнили, что здесь, на заводе, на вашем заводе, находятся станки, которые больше не работают. Именно такие станки есть и у нас. И что? Если я не ошибаюсь, эти станки в хорошем состоянии, и все детали у них на месте. И что? И... Понимаете, нам нужны кое-какие детали, сеньор, чтобы заработали наши станки. И что? Буду с вами предельно откровенным. Нам нужно, чтобы вы разрешили нам взять эти детали. У тебя, видимо, совсем стыда не осталось. Если ты пришел сюда с такой серьезной просьбой, учитывая то, как ты уходил из компании, Ривас, как подлая собака. Вдобавок ко всему, ты приходишь сюда на завод, чтобы переманивать рабочих. В этом вы правы, сеньор. Так в чем же дело? Вы не дали мне закончить. Послушайте. Мы знаем, что вы предприниматель в полном смысле этого слова. Вы бизнесмен. Более того, вы знаете, как приумножать свое богатство. Что вы любите деньги. А вы не любите деньги. Ну, знаете. Работаете за даром. Нет, нет. Я хочу сказать, что мы вам заплатим, сеньор. Это будут очень хорошие деньги, сеньор. Привет. Что тебе нужно, Сантьяго? Что случилось, лейтенант? Плохие новости? Меня отстранили. Твои предсказания, Диас, сбылись. Меня отстранили от должности. В кабинете капитана был адвокат сеньора Сабины, и он жаловался на меня. Эти люди не любят церемониться.
Это уж точно. Церемониться они не стали. Я чувствую себя таким бессильным. Это настоящий произвол. Успокойтесь, лейтенант. В этой стране команды отдают те, у кого власть. И ничего тут не поделать. Нет, Диас, мы можем этому противостоять. Мы должны что-то придумать. Послушайте, лейтенант. Хочу попросить вас об одолжении. Прошу, успокойтесь, не надо нервничать. Я прошу как друг. Как друг, говоришь? И я хочу попросить тебя об одолжении как друга. Я хочу, чтобы ты пошел в кабинет капитана и попросил отдать тебе это дело. Понимаешь? Именно это дело. Я лейтенант? Да, Диас, прошу тебя. Тебе ничего особенного не придется делать. Нам нужно только действовать более тактично и осторожно. Я не могу, лейтенант. За мной наблюдают, и малейший промах с моей стороны. Диас, меня тут же уволят. Диас, Диас, я никогда не просил тебя об услуге, как друг. Надеюсь, ты долго меня не задержишь. У меня много дел, Сантьяго. Я хотел повидаться с сыном. Его нет дома. Тонио его забрал? Не совсем. Мне пришлось оставить его в яслях, потому что я целыми днями ищу работу. Ребенка нужно обеспечивать, кормить и одевать. А я считаю несправедливо все время жить за счет Тонио. Успокойся, не надо злиться. А чего ты ждал? Что я буду прыгать от радости от того, что оставила ребенка с чужими людьми? Что мне постоянно нужно помнить об оплате за ясли? И что мне пришлось взять денег в долг, чтобы заплатить за этот месяц, потому что они не дают отсрочек? Я бы с удовольствием помог тебе, но я в таком же положении, как и ты. Я пытался восстановиться на заводе, но ответа не получил. Нет? А какой тогда смысл иметь в любовницах дочь хозяина? Или она тебе невеста или жена? София, перестань. Что перестань? Связи теперь не работают? Послушай, все не так просто. Правда? Тогда объясни, потому что я не понимаю, почему ты живешь в квартире Франчески? Неужели все так сложно? Значит, получается, что вы просто-напросто предлагаете мне взятку, я так понимаю? Нет, нет. Нет, сеньор, не говорите так, прошу. Назовем это вознаграждением. Вознаграждение. Бизнес, которым вы занимаетесь, должно быть, процветает, если вы предлагаете мне такое. Что ж, сеньор, можно и так сказать. Поэтому мы можем позволить себе предложить вам очень хорошее вознаграждение. Как заманчиво. И это легкие, легкие деньги. Нет. Не пойдет. Потому что никакие деньги в мире не смогут компенсировать мне этот прекрасный момент. Когда я вижу в каком-то отчаянии, я вижу твое глупое выражение лица, Ривас. Господи, Господи, как долго я ждал этого момента. Спасибо тебе, Господи, ты есть. Только посмотрите на себя. Посмотрите, какие вы смешные и нелепые, как вы унижаетесь передо мной. Если бы даже у меня были эти детали, я все равно вам бы их не дал. И знаете почему? Я лучше выброшу их в мусорный бак. Да, потому что ты неблагодарная скотина. Коллектив завода был для тебя настоящей семьей. А после всего, что мы для тебя сделали, ты решил уйти, и так подло. Но ты наступил на собственные грабли. Вы ничего собой не представляете. Вы ничто. Вы просто парочка никчемных рабочих, никому не нужных и ни на что не способных. Ты самый мерзкий человек, какого я знал, Гарсия. Знаешь, может и так. Может, я и самый мерзкий человек. Но у меня есть работа. И мне не приходится ни перед кем унижаться. Я здесь. Здесь и останусь. Знаешь что? Клянусь Богом, тебе придется взять свои слова обратно. Каждое слово. Да. Да, заставь меня это сделать. Какое удовольствие видеть твое унижение. Никто меня этого не лишит. И тем более ты, понятно? Это удовольствие, Гарсия, будет твоим самым худшим воспоминанием в жизни. Сомневаюсь. Убирайтесь. Вон отсюда. Вон. Жалкая скотина.
Пошли, Тео. Почему ты на это решилась? Потому что меня здесь больше ничто не держит, Григорио. И я знаю, переезд в эту квартиру похож на проделки подростка, чтобы привлечь внимание Сальваторе. Но мне ничего не оставалось делать. Я только хотела знать, важна ли я для него, будет ли он меня искать или хотя бы позвонит. Но ничего такого не произошло. Почему ты должна возвращаться в Соплавьенто? Мне здесь нечего больше делать. Но ты можешь начать жизнь заново. Одна. Григорио, в Соплавьенто живет моя семья, там мои родственники, там мой дом, там все родное. А что здесь? Здесь я. Не смотри на меня так. Ты можешь не верить в это, но я чувствую то же самое, что и ты после того, как тебя бросил Сальваторе, потому что... Ты меня отвергаешь. Но сейчас не время для упреков. Пора подумать о нас. Ради бога, Григорио, о чем тут думать? Взгляни на меня другими глазами. Да, мы можем стать друзьями. Послушай, Григорио, кроме дружбы я тебе ничего не смогу предложить. Больше мне ничего не надо. Позволь тебе помочь. Я хочу, чтобы тебе было комфортно и спокойно. Ты напрасно будешь сидеть и ждать, пока за тобой не придет Сальваторе. Этого не будет никогда. Что ж, это еще одна причина уехать. Адела, ради бога. Если ты останешься, у тебя будет дом, который ты заслуживаешь. Да, дом, где будут твои вещи. И ты будешь в нем хозяйкой. Ты будешь делать там все, что захочешь. Адела, прошу тебя, останься. Давай останемся. София, это не то, что ты думаешь. Я живу в квартире Франчески, потому что моя сестра снимает ее, и мне больше некуда пойти. Как удобно, верно? Жить в любовном гнездышке. Это не гнездышко. К твоему сведению, моя мама тоже там живет. Можешь пойти и проверить. Не стану я ничего проверять. А знаешь почему? Потому что твоя жизнь меня больше не интересует. В конце концов, это твоя жизнь. И мне противно видеть, как ты приходишь сюда под предлогом исполнить свой отцовский долг. София, я выполню долг перед своим сыном. И не потому, что я должен, а потому, что я желаю ему добра. Ничего мне не обещай. Единственное, что ты доказал, это то, что ты никудышный друг, мужчина и отец. Если ты так жестоко, я не стану тебя слушать. Да? А ты не жесток? Ты прислал Франческу с угрозами отобрать у меня сына. Разве порядочные люди так поступают? О чем ты говоришь? О вашем плане, которому я не позволю сбыться. Хочешь разбираться в суде? Хорошо, обратимся в суд. И там я расскажу, что ты за человек. Ребенок не заслуживает такого отца, Сантьяго. Уходи. Уходи. Да. Ты правильно меня понял. Иди и делай, что я тебе велю. Простите, сеньор, но я не могу отдать эти детали Ривасу и Кару. После всего, что Ривас со мной сделал. Особенно теперь, когда они задумали с вами конкурировать. Неважно. Иди. Вы же это говорите несерьезно, сеньор. Очень серьезно, Гарсия. Сеньор, простите. Можно задать вам вопрос? Нет. Почему вы хотите помочь этой парочке? Это тебя совершенно не касается. А теперь прошу тебя, немедленно освободи мой кабинет. Сеньор, может, если вы успокоитесь и все обдумаете... Не знаю, какой язык ты понимаешь. Но я еще раз тебе повторю. Сделай для сеньоров Риваса и Каро все, что я тебе сказал. И если я говорю все, значит все, слышишь? И после этого разузнай, что это за важный и такой заинтересованный клиент у них появился. Ты понял? Понял. Не понимаю, София, что с тобой случилось? Я чувствую, как ты ненавидишь меня, как будто никогда не любила. Вот именно, в этом моя беда. Я очень сильно тебя любила, а ты не способен был оценить эту любовь. Хватит, София, не надо больше упреков. Мы не должны ссориться, иначе мы не сможем построить наше совместное будущее. Ты собираешься что-то строить? Да ты способен только на разрушение. Ладно, хорошо. Думай, что хочешь.
Если ты думаешь, что я тебя больше не люблю, твоя воля. Но я хочу, чтобы ты знала. Ты не заберешь у меня ребенка. Я тебе это уже говорил и повторяю еще раз. Я люблю сына. Я буду бороться за то, чтобы у него был отец. У него уже есть отец. И это вовсе не ты. Тонио стал для него тем, кем ты никогда не был. Лучшим отцом, лучшим мужчиной и лучшим другом. Он был рядом и в печали, и в радости. Пока ты занимался своими низкими делами, он был рядом и помог мне пережить ту боль и страдания, которые ты мне причинил. Ради бога, София, речь идет не о Тонио. Меня мало волнует, что он сделал. Но тебя должно это волновать, потому что он заслужил называться отцом. Только он заслуживает моей любви. Он предан не двум и не трем женщинам одновременно, а только мне. Что ты пытаешься сказать? Что у тебя с ним? Ты собираешься жить с этим человеком? Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Скажи, София, ты любишь этого мужчину? Отвечай, говори. Не трогай меня. Да. Да, я хочу жить с ним. Что тут такого? Я не уйду отсюда, пока ты не примешь мое предложение. Перестань, Григорио. Не говори ерунды. Называй это как хочешь, только прошу тебя, скажи, что ты не поедешь в Соплавьенто. Послушай, Григорио, буду с тобой откровенна. Я хочу подождать, как отреагируют Сальваторе. Ладно, имеешь полное право. Но подумай, стоит ли ждать, пока, наконец, Сальваторе вспомнит о тебе. Может, лучше начать новую жизнь? Дать мне возможность быть рядом с тобой. Подумай об этом. Просто подумай. Валерия, ты в порядке? Да, не волнуйся. Зачем она здесь? Я хочу, чтобы она была свидетелем. Не втягивай ее в это, дело касается только нас. Успокойся, Мануэль. Я пришел сказать, что ты можешь идти. Нет, правда, ты свободен. Валерия, что этот человек сказал тебе? Что он с тобой сделал? Что происходит? Ничего, Мануэль, все нормально, поверь мне. Мануэль, я не шучу, если хочешь, то можешь идти. Позвони мне. Теперь ты мне веришь? Нет. Пока Мануэль не позвонит и не скажет, что все в порядке, я не поверю. Хорошо, как скажешь. Но я хочу, чтобы ты знала, что я тебе говорил правду. Посмотрим. Ладно. Идем? Нет, я ухожу одна. Хорошо, я позвоню. Ты лжешь. Ты никогда не будешь с таким человеком, как Тонио. Почему это, Сантьяго? Ты что думаешь, что я буду всю жизнь тебя ждать и буду снова страдать? Это неправда. Ты не можешь жить с этим человеком. Я не только мать, Сантьяго. Я женщина, которая нуждается в ласке, любви и близком человеке. Ты пожалеешь. Этот парень мне даже в подметке не годится. Он настоящий мужчина, не то что ты, поверь. Не приближайся. Послушай, София, если ты ищешь причину, чтобы избавиться от меня, то это самое худшее из всех. Почему? Потому что ты моя. Я никому не принадлежу, тем более тебе. Ты принадлежишь мне, потому что любишь меня, София. Признаюсь, это так. Но в то же время я пытаюсь забыть тебя. Прошу, София, скажи, что это неправда. От твоих слов весь мир для меня рухнул. Скажи, что это неправда. Я не могу. Я не умею лгать. Я хочу спокойно жить, иметь нормальную семью, Сантьяго. Я дам тебе это. Нет. Я хочу быть рядом с Тонью и своим сыном. Я тебе не верю. Это твои проблемы. У меня есть возможность изменить свою жизнь, и я собираюсь это сделать. Я не позволю своему сыну жить с этим идиотом. Тонью будет жить с его матерью. Посмотрим. Делай со своей жизнью, что хочешь. А моего сына не трогай.
Добрый день. Здравствуйте, сеньор. Вы у нас... Меня зовут Сантос Нейра, а это Фабиола, моя жена. Полагаю, если вы пришли вместе, значит, согласие на развод обоюдное. Да, сеньор. Нет. Нет, я отказываюсь разводиться. И я пришла сюда, чтобы вы мне кое-что объяснили, сеньор. Диас, лучше займись работой, иначе они заподозрят, что ты со мной заодно. Они не могут запретить мне разговаривать с вами. Прошу тебя, Диас, войди в положение. Всего доброго, лейтенант. И тебе тоже, Диас. Закрыть дверь? Не надо, Диас. Полагаю, вы пришли извиниться? Не нужно собирать вещи. Тебя отстранили, а не уволили. Да, сеньор. Но мне лучше поторопиться. Честно говоря, я не хотел вот так уходить, потому что думал, что полиция должна следить за правопорядком. Но теперь я понимаю, что это не так. Главное в этой стране две вещи – влияние и власть, и ничего больше. Пинсон, все не так уж плохо. Сеньор, я полностью осознаю, что делаю, и я абсолютно уверен, что сеньор Сабина скрывает что-то очень важное. Послушайте, капитан, я много работал, чтобы раскрыть это дело, и так мне за это платят? Пинсон, есть правила, которые мы должны уважать, как никто другой. А ты их нарушил. Нет, это было необходимо. И в этом, Пинсон, была твоя самая большая ошибка. Послушай, главная разница между нами и этими людьми в том, что они думают, что могут взять закон в свои руки, а мы должны выполнять все процедуры согласно этому закону, потому что мы стоим на его защите. А пока мы следуем этим правилам и соблюдаем процедуры, преступники остаются безнаказанными. Но мы можем добиться своего настойчивостью и терпением. Знаешь, ты очень хороший полицейский, Пинсон. Это твоя жизнь. Поэтому не делай больше ошибок. Поступать нравственно и уважать моральные принципы, сеньор капитан. Это не ошибка, но упрямство и самонадеянность – да. Постарайся успокоиться и обдумай наш разговор, и ты все поймешь. Все не так уж плохо, лейтенант. Довольно. Не желаю выслушивать твои угрозы. Уходи. София, я уже говорил, и повторю это еще раз. Со своей жизнью можешь делать что угодно. Но я предупреждаю, жизнь сына я тебе портить не позволю. Какое ты имеешь право указывать, что мне делать, если даже не знаешь, как наладить свою жизнь, Сантьяго? Ты и вправду думаешь, что Тонио подходящий человек? Он знал, что мы любим друг друга, но воспользовался ситуацией. Заставил тебя принять это решение. И плюс ко всему, взял на себя чужие обязанности. Не хочу тебя слушать. Уходи, прошу. Уходи. Уходи, Сантьяго. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Central Partnership».